середины, чтобы потом вы не говорили. Разогревайтесь, разогревайтесь, сейчас я вас... Все, поехали, пошли, раз, два, Зайди назад, сделай шаг. Раз, два, три, патру. Девять. Шапте. Шапте. Оп. Ноу. Вечер.
значит, берете заклад, делаете раз, два. Но учиконы, то есть вы не цепляете, бросаете, делаете раз, два. Противник тогда расслаблен, он просто переступает. Пошли. Можете отсюда сделать движение, говорит. Раз, два и три зацеп. То есть шаг вперед. Обычно что? Делаем через плечо, и он зацепляет, вы его зацеп делаете. Сделайте раз, два, ноги скрестите. И затем раз, зацепите. А так как у него колени должны быть расслаблены, то есть он просто ногу переносит весь, и все, нога болтается. Пошли. А пусть делает на другую ногу. Другой ногой делает. Денис. Раз, два, три. А ты делаешь сюда. Бросок через плечо, классический захват. Хочу видеть. Отсюда. Через плечо. Нет, учкоми, учкоми, только учкоми. Вот как горит. Как горит делает. Классический. Красавец Буту. Пока лучше всех. В другую сторону. Ты делаешь, что можешь. И не спеши. Потихонечку. А остальные все работают. В другую сторону. Пошли. Тоже классический? Не обязательно. Пошли. Два. Три. Четыре. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Девять. Десять. Делал, второй номер делает. Хаджиме. Сейчас так. Я беру от ворот против партнера, берет от ворот. Я правый, он левый. И подворачивается первый номер, потом второй, первый, второй. То есть захватки меня. Покажите, покажите. Смотрите. Смотрим. Одной рукой держим захват. Одной. Только. Ты правый, он левый или наоборот? Только одной рукой. Честно, одной рукой держим. Неправильно. Как ты подвернешься, если у вас так руки? Вот. Чезар подворачивается, выходит, теперь Андрей подворачивается. Вот сейчас ты правильно. Сюда нельзя оставить. Аджина! Так, я потом. Да. Пошли. Учиконы, пошли повороты. Эй, через плечо. Два. Да, не теперь ты.
другой стороны взяли захват. Вот смотрите, мы же делаем столько, две недели делаем. И вы, блин, все, такое ощущение, что вы как новички, блин, не знаете, как делать. И как, вот что это за захват? Вот так бывает захват. Вот за этот захват, вот за этот захват, за этот шина, а ты уже берешь. Эй, если ты здесь правый держал, он левый, то здесь, с этой стороны, наоборот, этой рукой, он одной рукой. Право подворачивается, влево, одинаково. Отжим. Есть, значит так, сейчас первый номер делает один раз вправо, один раз влево. Бросок? Или вправо? Чем бросок, если мы делаем учками, блин? Я представляю, как тяжело вашим учителям. Если мы учками делаем, чем броски? Я скажу, броски учками делаем, первый номер вправо-влево. Ты отсюда делаешь движение, раз на заднее, останавливаешься. Раз он тебе сюда идет, ты разворачиваешь, ты показываешь бросок через бедро. Опять это учком. Ты показываешь заднюю подножку, а ты показываешь бросок через бедро. Я так. Покажи. Я его... Это через грудь. Он заднюю подножку, а ты через бедро. Разворачиваешься, можешь за шею взять. Раз, оп, вот так, еще раз, вот так, пошли. Так, ты отдыхаешь, Георгий, иди к задникам. И за, он задник, ты бросок через бедро. На него животом ложись. Показал, и разворачивайся, показывай бросок. За шею возьми! Еще раз показываю, смотрите. Надо прыгать здесь. Взял захват, раз показал, а ты уже должен разворачиваться, руку вот тут, потому что... Разворачивайся, все, и убрал ногу и лег на животом. Все, пошли. Ну? Даник, покажи заднюю, он покажет, то наоборот, пусть он тебе другой ногой заднюю делает. Даник, поменяй захват. Захват поменяй. Нет! Ну поменяй, ну блин! Да. Покажи, а ты разворачиваешься. Только, Даник, сам ногу он поворачивается, убери ногу, чтобы животом лечь. Так уже надо, уже поздно. Уже второе место. Вот только он начинает, уже поворачивайся. И уже развернись. Вот так. Матей, поменялись. Второй номер. Я показываю заднюю. Вы показываете через бедро. Нет, пусть задник показывает тебе заднюю, а ты покажешь через бедро. Ну. Вот, он должен, посмотрите,
то в борьбе будет так. Он взял захват, и вы видите, что захват сверху и за локоть, что готовит заднюю подножку. Он только подумал, а вы уже его бросили через бедро. То есть он взял захват, он только начал идти туда, ногу начал, только начал. А вы же раз его и бросили. Понимаете? А что же, пошли, пробуем. А для этого как ноги должны стоять? Ножки вот широко должны, и вместе, как будто вы в туалет собрались, блин. Даник, это что, задняя? Даник, эй, эй! Ты красавчик. Вот так. Матея, сейчас особо развитым пацанам. Ты стучила в тру. Нет, не знаю. Вы просто реши. Вот, посмотрите. Что вы смеетесь? Вы когда делаете, блин, смотреть тяжело. Смотрите, я раз делаю зацеп голени, ногу убираешь назад. Назад, разворачиваешься, показываешь через бедро. Еще раз. Что ты вот так вот стоишь? Стой прямо. Эй, еще раз. Раз. Разворачиваешься. Что ты мне вот сюда ставишь? Вот сюда ставь. Ноги согни. Пошли. Смеется. Вдруг нога болит, он смеется. Разворачивайся. Георгий, убирай ногу. Эй, блин, я в шоке с ним. Вот дерево, блин. Пацаны, вас папа не папа Карло, блин. Развернись. Вот, покажи пацан. Раз, показал. Ну, покажи пацану, просто. Убираешь ногу. Руки, разворачиваешься. Раз и поднял. А ты посмотри, как поднимаешь. Затаись еще. А ты вот так поднимаешь. Поэтому ты пью головой. Пошли! Блин, по 5-6 лет я не могу сделать. Ну, убираем его, разворачивайся. Дай. Раз ты становишься, не становись на ногу, покажи им крестой. Для чего? Для того, чтобы потом встать. Менялись? Нет, я так что. Вы не меняетесь, вы меняетесь. Второй номер. Пошли. Георгий, посмотри. Я тебе покажу, как ты делаешь. Значит, тебе делают. Ты убираешь ноги. Вот, молодец, вот тут умница, не зря ты первый был. Ну вот, посмотрите, вот так вот он делает, блин. Все думают, он делает. Красавчик, блин. А можешь через спину с коленом? Только когда делаешь этот дрим, делаешь, потом лучше головы туда. Ножки пошире. Раз. И с колен. Да. Ноги шире поставь. О! Красавчик! Посмотрите, эй! Друзья, посмотрите на ту пару. Посмотрите. Смотрите. Оп! Еще раз, пожалуйста. Посмотрите. Оп! А ты мне можешь сделать? Нет, я не могу. Я второй раз. Все. Сорок мате. Итак, коронный прием, который вы делаете. Который не знаю, что хотите. 30 бросков, первый номер. Готов? Поменялись.
Так, Даня сел. Георгий, ты делаешь через бедро, да? Смотри, через бедро, через плечо. Сделай так. Посмотри, в какую сторону падаешь на колено. Сделай, знаешь как, сделай бедро, но учками. Не броски ему, не броски, а учками. 100 учками. Хаджина, 30 бросков. Пошли. 3 минуты.